Всем привет! Хочу вам предложить приготовить реберти, потому что вкуснее, чем у нас во Львове, реберть не готовят. Поэтому давайте сначала замаринуем. У меня ребер 2 килограмма, вот такие вот. Я их уже помыла и промокнула. Так. Мне понадобится 2 лайма, можно использовать 1 лимон, чеснок. Такая перцовая паста, это для тех, кто любит поострее. Мед, масло, я использую рафинированное, подсолнечное. Горчица, набор приправ, здесь паприка, пожитник, кориандр и просто приправа для мяса. Я как бы дополняю, чтобы вкус был более насыщенный. Сахар и соль. Все, начинаем приготовление. Для начала нам надо снять пленочку, вот эту вот, с ребер. Я ее вот так поддеваю. Она снимается очень легко. Вот так поддеваю. И как бы стягиваю. Так, одни готовы. Итак, мы делаем со всех ребрышек. Так, реберти я все порезала, и мы приступаем к маринаду. Сначала выдавим сок из 2 лаймов. Для этого я беру вилку, вставляю в лайм и начинаю выдавливать. Теперь постепенно добавляю все вот ингредиенты, что у нас есть. Первое – мед. Перечную пасту, потому что я люблю, когда остренько. Сахар. Здесь сахара 2 столовые ложки. Так, горчицу. Горчицу где-то тоже 2 столовые ложки. Так, приправы. Растительного масла. Растительного масла где-то грамм 50. Нет, наверное, около 100 грамм. Так.
Потом нам порублю чеснок. Сюда же добавить и соль. Теперь мы берем венчик и все смешиваем до однородной массы. Так, теперь нам надо порезать чеснок. Берем вот так и можно просто. Так, чеснок мы порезали. Теперь мы добавляем сюда. Опять перемешиваем и выливаем в наши ребра. Оставляем их на час. И через час мы будем готовить их в духовке. Прошел целый час, и наши Роберти выглядят вот так. Теперь мы будем укладывать их на противень. На противень я нанесла растительного масла. И просто берем и выкладываем ребрышки в один слой. Так, теперь мы ставим в духовку минут на 45 при температуре 180. Прошли 45 минут, и мы достаем наши Роберти. Ой, такие вон смачные. Очень вкусно пахнет. Итак, приятного аппетита. Попробуйте приготовить по этому рецепту. Также я жду ваших отзывов, комментариев. Присылайте мне ваши рецепты, которые мы попробуем воплотить в жизнь. А также подписывайтесь на мой канал. Спасибо.